Так, а как на водку? На водку, на глаз. Вон. Стол поставили, вон, видишь, там тут та зеленка. Только это, слышь, Паш, под жопу положи что-нибудь. Я знаю. Под зеленком перед зданием? Да. Левее, ты не дашь экрана, Паш! А? Вот ты не дашь экрана, чуть левее. Вот, так, я понял. Вот там бугорчик. Да, там вот этот бугорчик, накидайте сюда немножко. Сейчас, первый. Что, стой, стой, встань. Ножку зажми ногой. Нет, ножку, встань. Куда работали? Давай. Смотрим, куда лягло. Смотрим, смотрим. Как не получится? Смотрим. Смотрим. Направление смотри. Нормально. Еще пару плюшек дай. В чем проблема? Не приехала машины. Вчера скоро. И закладные машины. А я не знаю, куда ездить. Это пусть. Побери кого-нибудь. Ты надо снять, пожалуйста. То я просто пацанам подкинул. А мы свою вон уже. По идее. Да. Здесь одна стоит, она уже да. Отстрелялась. Здесь вторая стоит. Здесь сутки нету. Нету? Ну мне показывали, что могут сюда поставить. Нет. Вот здесь она сейчас, и вот здесь мы. Так а где третья? Подожди, вот она, да, вот здесь метр стоит же, по-моему, да, получается? Нет. Вот метр, да. О, вот. Значит что, хлопчики, заходим отсюда. Ну вот. Ну, где, да. Где девятка наша, вот где-то мы, да? Девятка вот. Вот, вот. Заходим вот отсюда. Перед нами, да. ШБ. Твои люди. Тем более, ты говоришь, офицер все знает. Ты знаешь, где они там находятся на практике? Короче, мне послал капан, короче, прикрытие. Он сейчас должен подъехать, я начинаю работать. Они ЗУшка, если что, прикрывают. Вот там и ЗУшка есть. Ты понял? Все. Ребят, выдвигайте, давай, давай сюда. Давай. Где старший, кто прикрытие? Давай. Так, сейчас офицер, да. Да, сейчас приедем. А есть у него машина или нет? Машина, вот вас заберу, чтобы вы не блокали. И вас заберу. Я знаю, дорогой пристрел. Ну, жду. Лучше бы хотя бы проведу быстрее будет. Конечно. Ты жди. Так, давай. Лапа. Там выше. Сидят в красный, все пойдет. Ну, бля. И он ну, с РПГ ж по башне. Сейчас штурмовать аэропорт. Вот и будем играть, чем будем заниматься? Попробуем их штурмовать. Артиллерия нас прикрывает. Будем выдвигаться. Все спланировано. Вроде хорошо. А сколько там численность армии? Честно, не могу сказать. Я не знаю. Приблизительно. Сейчас увидим. Посмотрим, придем посмотрим. Более 800, да? Ну, не знаю. Говорят 800. Там посмотрим. А техники у них много? Техника, два танка точно есть. А что остальное не видели? Минометы у них Василек стоит, как минимум. Возле вышки. Танкисты, слушай сюда, послушай меня. Отрабатывают сюда. И сюда. Сегодня, я так понял, планируется штурм аэропорта Донецка. Да, потому что они подтянули технику, и причем подтянули тяжелую технику. Они подтянули грады. Все остальное. Я не думаю, что это пришло сюда так. Для мирного урегулирования. А личного состава много подтянули? А как вообще у вас настрой в вашем подразделении? А мы у себя дома. Какой настрой? Мы дома. Мы гостей не ждали. Гостей обычно мы просим в гости, а не те, которые приходят.